Сегодня в Тюмени дан старт международной конференции, посвященной формированию здорового образа жизни. Ученые, чиновники в течение 2 дней будут рассуждать, как воспитывать здоровую нацию. Наш регион – лидер в России по качеству внедрения комплекса ГТО. Однако результаты можно и нужно улучшать, считают в городской администрации. Своим опытом этого на конференции поделятся участники из Казахстана и Беларуси. Количество людей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Если сравнить период 2013 года по 2017 год, то количество такого населения с 8 тысяч возросло до 27 тысяч человек. Мы понимаем, что те нормативы, которые до сегодняшнего дня достигнуты, это планка, которая высоко ориентирована как бы на сегодняшний день. Но те показатели, которые у нас впереди стоят, мы должны их также достигать.